Господа, пусти. Лиза? А, это ты, Уда. Я тебя не узнала сразу. Впрочем, это хорошо. У нас есть такая примета, что тот, кого не узнают, будет богат. Куда же ты идешь, Лиза? А зачем тебе это знать? Ну как же, ведь мы же условились. Я хотел зайти к тебе сегодня вечером. Ты же сказала, что сегодня будешь весь день одна. Ах, мне стало скучно. У вас Иудеев праздник, а что мне гречанки прикажешь делать? Сидеть и слушать, как ты вздыхаешь на террасе? Низ. И бояться к тому же, что служанка расскажет об этом мужу, когда он вернется из Кесарии. Нет, я решила пойти за город слушать соловьев. Как за город? Одна? Конечно, одна. Низа, позволь мне сопровождать тебя. Ну что ж ты молчишь? А мне не будет скучно с тобой? Ну что ты? Хорошо, пойдем. Иди в масличное имение, в Гефсиманию, за кедром, понял? Хорошо. Я только забегу на минутку к родным, хорошо? Меня там ждут на праздничной трапезе. А, нет, я тебя ждать не буду. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Прости, прости. Ладно, я пойду вперед, но ты не иди сейчас же за мной, а отделись от меня. Лиза. Сколько денег получил ты сейчас? Говори, если хочешь жить. 30. 30 тетрадахов. Вот деньги, берите. Берите все, что получил. Все, что получил. Только жизнь отдайте. Берите!